Так, ну. Всем позывным мы больше не обороняемся. Повторяю, объединяйтесь и контратакуйте. На связи группа Фокстрот. Русские отходят. Мы идем за ними по пятам. За рваными линиями фронта еще остались русские, отвергающие безумие Макарова. Люди готовы и пойти против течения. Николай. Прайс, признаки жизни есть, но слабые. Без медицинской помощи СОУП долго не протянет. Живучий чертяка, он выкарабкается. У нас входящие сигнатуры. Мы не одни. Макаров всегда доводит дело до конца. Кто у вас лучший? Юрий, бывший спецназовец. Единственный, кто ненавидит Макарова больше, чем ты. Бери его. Они полетят с юга, прикрываясь хребтом. Откуда ты знаешь? Я бы поступил так. Ну, здорово. Кто, вот эти вот? Они прорвались, да? Они пожалеют об этом. Они уже, мне кажется, жалеют. Интересно, в каком именно месте они там респаунятся? Что за пушку, мне интересно? АК, что ли, не пойму, отдача дикая. Так, типа тут пулемет какой-то. Что, бесконечность патрон? Нет. Юрий, сюда! Иду, 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 чё тут? Сделай ему укол. Сейчас, давай. Фига ты доктор профессиональный. По-моему, ты его убил. Нет? Ну, вроде живой еще. Но обычно таким... как-то жестко он слишком сделал. Я думаю, если всем так делали уколы. Ёп, что это было? А что, не сюда? А. Не понял. Сюда, что ли? Так. А что это там завис? Меня, что ли, ждал? Так, тут наши грузят. Хорошо, мы сейчас... Я сейчас справлюсь, ребятушки, не волнуйтесь. Сейчас мы замочим этих плохих русских. У меня-то тут они, походу. Ты что, он меня не видел, что ли? Так, а что, тоже не русский? Ой, русский. Хорошо. Сейчас, не помню, оттуда откуда-то, да? Нет, вроде наш. Ладно, идем, вот следуем за нашим... Что это? За Прайсом. Прайс. Прайс. Что-то знакомое какое-то слово. О, гражданские. Какие же они мирные. Ёб твою. Офигеть, ладно. Так, вот там 44 метра. Ух ты, ёб. Ты кто там так всаживает, блин? Вот тот стрелок, наверное. Пулеметчик. Тебе помочь? Бабах. Ой, Грена. Ладно, нормально. Куда будем там закинуть-то? Ну вот так. Ой, ёб.
Ух ты, вот туда им грену, давай, вот, давай, вот так вот. Сейчас пока перезаряжусь. Все. Можно рвать их. Опять за пулемет, что ли, пошел? Да не. О, у нас же еще какая-то пушка есть. Ну-ка. А. Подожди. А. Я думал, гранатомет может есть. Ну ладно. Там миномет или пулемет? Наверное, пулемет, скорее всего. Голову. Так, надо двигаться, походу, дальше. Тихонько. Ой, это гранатка была. Либо я в какую-то бочку засадил. Так, ладно, забегаем в здание. Перезарядиться можно. И прочее. Так, там наши. Вот, ребятушки. Так, кто тут палит? Ну, здесь, наверное, сейчас придется гранатой разбираться. Ой, блин. По-моему, я немного ослабил наши силы только что. Силы нашей армии. Так. Все, бомбежка какая-то понеслась. Так. 12 метров. Ну, на крыше я же его вроде снял. О, Прайс. Ты уже тут. Дружище, да? Ого. Ну-ка. Бабах. Куда? А, вот сюда надо. Так, мирные жители, да? Негры в основном. Ну-ка. Кто там? Так, погнали. Как тут? Ладно, как замахнуться ножом, я забыл. Ну ладно. Так. Куда нам? Что-то там прорваться куда-то нам надо. Там лес, горы. А, ничего особенного. Ну, нормально. Где у меня под ногами? Фига тут. Все нычки знаешь, да? Это хорошо. Что-то... Какой робот еще? Вот это что ли? 526. Посылочку открываем. Я что, в него будет залезать, что ли? А, ну я им управлять буду, наверное. Да я русский-то знаю, что-то. Он просто говорит, что тут управление на русском. А что-то наоборот, все по-английски. Чуть такой автоматик. Систем. Какого хрена систем? Система, а не систем. Так, нажмите G или СКМ, чтобы выстрелить из гранатомета. А СКМ это что? СКМ. Так, ПКМ. Что там еще было написано? Во! Вообще шикарно. Зашибись, ребятушки. А он не перегревается, да? А то обычно бывает такое. Ой, что ты тут стреляешь? Да, освободите проход. Видите, едет. Броне этот. Бронеробот. Очень круто. Че, он гранатомета давай. Поближе подлети. Во. С первого вертолета должен гаситься. Нормально. Куда дальше? Сюда, наверное. Пулеметчики там.
сдерживаю. Сдерживать? Это смешно. Звучит. По-моему, они все бегут от меня. Граната одна осталась, да? Мы сейчас всадим. Ну-ка. Эй, стоп, стоп, стоп. Меси всех. Кстати, не понял, я вертолет замесил уже, да? Подорвал. А что еще не так-то? А, вот. Ой, бляха муха. Там защищать надо. Просто их на фарш. Ой. Чуть 524 мне засадил в него. Чё за фигня? Бегом, сказали. Бегом, бегом. Это что, бомбардировщик пролетел? Это он тут накосячил-то? Опа. Фига, блин. Ты как... Цепляйся за камни. Нормально. А это вертолет наш пролетел ведь только что, да? Вот он! Юрий здесь! Хорошо, он нам пригодится. Мы следуем за Макаровым. Кто нахрен этот Юрий? Кто же этот Юрий?